Работа в технике Инкаловский с воском медиум, они довольно долговечны. Цвета не теряют свою сочность. Это большое преимущество в Инкаловстике. Ее как раз вот такое свойство очень-очень долго жить, не теряя своей красоты изначальной и замысла. Даже такие нестойкие вещи, как красители, достаточно долго живут в Инкаловстике, не изменяя цвет. Можно тебя попросить эту вот работу показать? Я вам сейчас покажу одну из своих первых работ, которая была сделана в 2015 году, потому что Инкаловстикой я занимаюсь где-то как раз, ну, конец 2014-2015 год. И это вот одна из первых работ. Вот с этого 2015 года я с удовольствием этой техникой занимаюсь. Она стала для меня очень органичным продолжением моих микс-медийных работ. Я изначально к ней стремилась, потому что я искала в ней еще больше возможностей именно для микс-медиа, для смешивания материалов, для интересных эффектов. Ну и плюс я обожаю коллажи, многослойность. Инкаустика дает в этом направлении еще больше возможностей. Вот, и поэтому где-то вот достаточно давно я уже увлеклась этой техникой, пробовала разные направления, и про все эти направления, жанры как раз я постаралась рассказать в своем курсе. Этот курс я тоже готовила долго. Сначала был пробный онлайн-проект по инкаусе, хотя в студии у меня уже достаточно давно шли живые курсы, был живой курс такой тоже. А сейчас существует, наконец-то, достаточно полный, объемный и очень насыщенный по информации. Наверное, на сегодняшний день это единственный в своем роде курс такой по инкаустике на русском языке. Так вот, я эту работу хотела показать, что вот эти вот спиртовые чернила, но 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, то есть этой работе уже 5 лет, даже 6-й пошел, и вот оттенки этих цветов пока за 6 лет практически не изменились. А спиртовые чернила не славятся своей стойкостью. Наоборот, спиртовые чернила из-за того, что они не на пигментах, как краски, а на красителях, они имеют, к сожалению, особенность выгорать. Идет множество разговоров и обсуждений по поводу архивности этого материала, да, и как продлить жизнь цветам на красителях. Так вот, восковой медиум – это то, что заставляет даже красители долго сохранять красоту цвета.